Добрый день всем тем, кто смотрит сегодняшнее видео. Хотелось бы немножко уточнить и рассказать о моей домашней системе. В первую очередь об усилителе Sansui AU-D907. Вот он, красавчик. В интернете и так про него много чего показывают, много чего пишут. Единственное, я столкнулся конкретно с такой неточностью, как работа режима Jump. Вот. Jump у нас находится тумблер. Дело в том, что это не то же самое, что клавиша muting, которая приглушает звучание музыки. Jump — это директ, который распространяется полностью на весь тракт. То есть именно в этом Sansui реализована такая схемотехника, благодаря которой директ распространяется и на винил, и на CD, и на кассетную деку. Ну а теперь, чтобы не утомлять, потому что и так много сказано, давайте его послушаем с разными носителями. Режим Direct Jump работает только с системой A, Speakers A. Direct, так и написано. С системой B он не работает. Включаем. Загорается Protect. Слушать будем кусочки по порядку, от самого, скажем так, не лучшего к самому лучшему. Начнем с кассетной деки. Она у меня пока такая простенькая, Айва, но тем не менее, если будет интересно, сниму обзоры по поводу функционала этой деки. Поехали. Теперь сиди. Ну и винил. Thank you.
Ну, в общем, как-то так. Если интересен обзор какой-то еще аппаратуры из у меня имеющихся, пишите, сделаем.